Всем привет! Сегодня будем готовить домашнюю шаурму. Для этого нам понадобится капуста, помидорки, чеснок, огурец, майонез, сметана, соус красный, специи, мясо и лаваш. Нарежем мясо на мелкие кусочки. Добавляем специи и солим. Все хорошо перемешиваем. На разогретую сковородку кладем мясо и обжариваем со всех сторон до золотистого цвета. Измельчаем чеснок для соуса. Делаем соус. В миске смешиваем майонез. У меня 2 столовые ложки. И 2 столовые ложки сметаны. Добавляем чеснок. Соль и немного перца. Все хорошо перемешиваем. Оставляем соус на 15-20 минут, чтобы настоялся. Нарезаем овощи. Подготовили все ингредиенты, теперь собираем шаурму. Смазываем лаваш соусом. Кладем овощи. На хорошо разогретой сковородке без масла обжариваем шаурму с каждой стороны до румяной корочки. Вот такая шаурма у нас получилась. Всем спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал, чтобы не пропустить новое видео. До новых встреч!